Можно я продолжу смс-ками? Есть из Герцик Оров, Эльчем Кароганум Зангел Сакайн, Мейцер Тошнер, Аворум МЗС, Санканум Анхапан Етернер, Норанор Невачумнер, Тогарцахнер, Баргавачи, Лесенг Бари Лурер, есть Гаяненем, Зерчорсе Тарвам, Штаканум Кандири Жамайниц, Иннанс Кесит, Минчев, Иннанс, Тасне Иннанс Ашхатумам, Генетика и Кентронум, Карасуни Ректареканам, подождите, не спешите, куда-то. Карасуни Ректареканам, Миш, Ой, Миш, Зерун Кандриган, спасибо вам большое. Я сейчас попробую. Тут много смс-ок. Шнаравор Сирели Аврора, Цанкануме Махапан Етер, Сирумен Болорит, Амена Каревор, Вор Зер, Зайнер, Хачели Аболорис, Хамар, Жапит Лика, Титерникнер, Цахикнер, Сэр, Амен Инч, Зайс, Вай, Тох, Зайс, Амен Инч, Линдер. А Титерникнер это те, которые в животе летают, да? Ну, в данном случае, бабочки, наверное, может, даже и в голове, в сердцах. Ну, это круто, одним словом. Друзья, но запомните, без вас мы ничего. Вы самые лучшие. СПС вам. Вам тоже пожелаю, друзья. Я хочу вас познакомить с нашим слушателем Давидом. Однажды он тоже был нашим героем, но он еще по другой причине герой, потому что он родился, ну, возможно, как и еще некоторые, кроме Авроры. 14 июня. Давид, привет. Здравствуйте. Как ты поживаешь? Как ты справил вчера свой день рождения? Что ты сделал? Давай, колись. Тусовались, пили? Да. Пили. Давай подсоединим к нашему разговору Пайлака, нашего другого слушателя, который тоже очень... Я, например, очень рада, что он поучаствует в нашей беседе. Люсьен. Алло. Поднимай, алло. Подняла. Да, Пайлак? Пайлак. Алло. Алло. Да. Пайлак, мы вас слышим. Чуть-чуть погромче. Барев здесь. Ага, здрасте. Пайлак джан, барев здесь. Вер чапес мята, есэс, ельки тария портумэм. Ой, не говори. Կարևոր է, լավ առիթով եմ զանգելպես։ Շատ շնորհակալություն, Փայլակ ջան։ Շնորհավորում եմ ձեր պարզ տարեդարձը, ես միշտ ես երկու տարի է ձեզ հետևում եմ։ Спасибо вам большое. Вор тэгից եք հետևում սովորաբար, հետևել ինչու՞ ա գնում, գործի տեղից, չգիտեմ։ Գործի տեղից, հա, գործի տեղից։ Իսկ որտեղ եք աշխատում, Փայլակ։ Ես խանութ ունեմ, առևտրով եմ զբաղվում։ Ա, ի՞նչ խանութ, ի՞նչ առևտուր։ Մաթերային։ Նորմալ է, իսկ որտեղ ա գտնվում։ Անցած գյուղում։ Отлично. Да, напомни, пожалуйста, если кто не знает, где ты работаешь. И Пайлаку тоже будет интересно. Да, я работаю в Банке Америки. Отлично. В какой отдел, напомни? На Григорий Лисович 9. Да, а какой отдел? Кредиты, может быть, не кредиты, коллекторы. Я сейчас уже с первого числа уже буду работать в отделе... Так. На русском я не знаю. На армянском давай. На армянском давай. Гнумнери важно. Гнумнери, покупок. Да? Да, покупки. Так, да, можно так сказать. Ну вот скажи, например, каким-то образом кредитуется, вообще легко ли кредитовать сейчас, либо выгодно вот таких простых нормальных людей, у которых маленький обычный магазинчик продуктовый. Пайлак, вы вообще пользуетесь кредитами? Да, конечно. Просто ты знаешь такого человека в Армении, который не пользуется? Ну, я знаю, знаешь, как бытовые кредиты, да, машина стиральная, там, туда все, холодильник и прочее. А ты сейчас говоришь про бизнес-кредиты. А вот мне интересно бизнес. Вот последний дзервертсвац кредита. Это да, гахтник чи инч чапсеж. Инч гумаре район. Мэк миллион. Мэк миллион, инч арецик эт гумаров. Марина что-то так захмурилась. А, ашкатанки меч, или? Ага. Инка окнец инч вор чапов. Կամաց. Իսկ տոկոսները շատ եք մուծում, ինչ, քանի տարով եք վերցրել։ Բայց դա նորմալ է, սուրճի, ребят, мы все так живём, а что делать? 5 տարով եմ վերցրել։ Եվ ամեն ամիս ինչքան եք փակում? 37000։ Նորմալ է դա ձեզ համար, համարում եք նորմալ подъёмная такая циферка, да, Пайлак? Да. А что ещё? Вот если бы была возможность и были бы деньги, что бы ещё сделали для своего магазина? Потому что առանցներ դրումներ թեկուս փոքր Բայց հնարավոր չէ բիզնես առաջ տանել։ Չի կարելի, որ ինքը նույնտեղը կանգնի, չնայած որ հիմա շատ դժվար է։ Խոսելը հեշտ է։ Չէ, եթե վերջացնեմ ես բարկը, մի հատ է պետք վերցնեմ երկրորդ խանութը, որ բացեմ։ Ահա, արդեն երկրորդ խանութի մասին է խոսքը։ Ты же расширяется человек. Да? Давид, а если бы у вас была возможность, вы бы открыли магазин? Да, либо что? Либо что бы вы открыли? Какой свой бизнес вы бы основали бы? Думаю, что магазин это... Самая оптимальная такая версия. А какой? Магазин чего? Да. Ну, магазин продуктовый. А я почему-то сразу подумал, сейчас человек ломбард, наверное, какой-нибудь. Продуктовый ломбард. А Хаджанян Лилит еще подсказывает, Варса Вильянос Бас. Или это тоже сейчас в ходу? Пайлак? Да. Пайлак Джан, иска, а мы на Гнвох, а прянка ворна? Սովորական նորմալ մթերային խանութի։
Հացը միանշանակ առաջի տեղում հացն է։ Իսկ երկրորդ տեղում, երկրորդ, երրորդ, եթե դենց բաշխենք։ Ա, երկրորդը սիգարետն է։ Ты смотри, мы едим хлеб и курим. А курим, курим когда и едим от голода. Хлеб. У меня да. тоже такое, знаешь, было в жизни. Жрать нечего, да. Ну, что, а давай покурим. А на третьем месте, Пайлак, на третьем месте? А на третьем месте это Артенхарна, или Тарбедзец, Бана. Уже шакар, кофе, ай, чёрсен с Бана, Артенантацик. Макарошки наверняка. А, макарон. Нормально. А вот скажите, бывает так, что в вашей округе, в Тагум, галис гнумнер энка дарум, байзос мен Пайлак джан пога кри. Миссия, короче. А, мямсыц там, мишапатыц, ашхатаварцы станам гна, ага. Линум это? Партцов. Имасын, бош, да, вор пахлини, хаджок бензи гезган джерма, парки цитаки каберем катенак. То есть тетрадочка есть. А, инчи таркира. Соворабар мартик пагум эн иренц парткере, хаджок вума? Вот, инчали. В общем, это тоже неотъемлемая часть вашего дела. Не отказывать людям, особенно когда у них вот так, такие вот моменты, потому что со всеми нами это может случиться. Давид, у вас одалживают деньги ваши друзья, которые думают, что вы работаете в банке, и вы, возможно, миллионер. Ну да, бывает, что одалживают. Серьезно? У меня есть друг, который говорит, что я миллионер. Но это в шутку. Отлично, да. Вы на Билл Гейтс. Да, он когда звонит мне, когда говорит, привет, миллионер, как ты? Я говорю, почему я миллионер? Но он говорит, я же, ты же работаешь в банке. Зависть. А, значит, миллионер, да. Отлично, друзья, спасибо вам большое, что вы сегодня также были героями нашей программы. Пайлак? Да. Спасибо, я желаю процветания вашему магазину, я желаю открытия второго магазина. И как сказала Лилит, Агаджанян Мятель Барсавиранут Зергет. Хорошо? Merci. Спасибо вам большое, удачи, мой друг. Давид? Я, честно говоря, волнуюсь. Впервые. А я бы не сказала, вы так хорошо смотритесь. Впервые в прямом эфире, я вас слушаю 8 лет. Ой, как трогательно. Так как вы когда открылись, да, вышли в прямой эфир в первый раз, я служил. И вон тогда я не мог слушать вас. Но 8 лет я уже вас ваш постоянный слушатель, и вас очень люблю. Хочу сказать, что здесь очень классно у вас. Уже... Да, друзья, это видно на нашем сайте. Заходите, да. Смотрите. Если кто еще не видел, приходите в гости. В третий раз я уже здесь. У вас очень все красиво, все красно. В самых ярких красках. И главное, дни рождения у вас одинаковые. Друзья, да. Вчера буквально 14 июня Авроре исполнилось 10 лет, и мы до сих пор, и, конечно, сегодня тоже справляем, потому что сегодня Аврора открылась также в Арцахе. Давид, спасибо вам большое. Вы спасибо тоже герой нашей большое. Сегодняшней программы, Люсьен. Да, тут нас... я пару сообщений давай, зачитаю, малыш, еще кое-что жми. Напомню. Если вовчинум Арцахин ев гамайн хаютяна. Пишут в чате. Радио Аврора опять руководство поздравляют. Ашхата казмин шнуракалутюн. Айсписи Миджоцарумнер Казмакерпелю Хамар. Аврора с днюхой, хочу планшет, дозвониться невозможно. Ребят, пробуйте. Поздравляем, Анжел, Аврора the best. И, друзья, ну, под занавес, но не совсем под занавес, а под занавес вот именно это, да, этого выпуска, минут, потому что ага. еще будет, да. В следующем часу мы опять вернемся обязательно, у нас будет прямой эфир, и опять вернется к нам Арцах. Так что всему Пятачку, всему Степанакерту, Шуши и вообще всему Карабаху. И планшеты, я полагаю, а там есть, там, конечно. Да, а здесь? Как у нас тут? Что у а нас здесь, можно? Здесь уже просто будем слушать и болеть за арцахских. Рус, сегодня же с утра практически. И до, уже, знаешь, до этого часа ты уже все рефлекторно, да, ночью тоже будешь планшеты раздавать. Я, видимо, вас нет. Да я... Рус, ну, я думаю, ни для кого не секрет. Аврора-то, она никогда не останавливается. Мы и телевизоры, и что хочешь, дарили. И сейчас это планшеты, завтра будет что-то другое. В общем, друзья, немного музыки, потом обязательно ждите новости. Лилит Ахджанян уже тоже вас ждет со свежими новостями. Ну и наша команда А, которая ожидает всех слушателей на радио Аврора.AM и на 100.7 FM. Там Аврора Арцах.